have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Вы видите, что мы сегодня сидим, лежим, отдыхаем, у нас все хорошо, все нормально, но мы сейчас с вами пойдем в Tower Defense. Собственно, мы там уже и находимся. Доедай бургер и пойдем. Нам нужно немножечко зомби пострелять. Пойдем. Выбирай, куда мы сегодня пойдем. Давай зайдем в какую-то красивую карту такую. Офигительную. Выбирай, выбирай, я не против. Допустим, мы могли бы пойти... Вот, люди. Ну так куда, выбирай. Идем за мной, я иду, покажу куда. Just someone. Хороший ник. Just someone. Просто кто-нибудь. Don't you want somebody здесь. Love? Так, сюда идем, ретро зон. Да, сюда. Вдвоем мы вытащим вдвоем? Да, конечно, на изичке. Хорошо, поехали, я не против. Ты сомневаешься в мне? Я сомневаюсь в себе. Ну, ты съел уже столько всего, что в тебе сомневаться уже не получается. Какое вкусное мяско. Tower Defense Simulator. О, буквочка О, это зомби. Ну что ж, поехали. Поехали. Сейчас я вообще повспоминаю, какие у меня тут башни есть. У меня тут есть командир, пулеметчик, снайпер, что-то еще было. Я даже не посмотрел перед этим. Ладно, куда идем? На Молтона? Да, Молтон. На самом деле Молтон это самое изичное, потому что нормально мод гораздо тяжелее, чем Молтон. Как скажешь. Так, откуда они пойдут? Погоди. Ага, вижу. Ого, слушай, я на этой карте не был, кстати. Я хорошо. Решил выбрать какую-то такую красивую карту. Я беру крыши. Вот здесь. Ты на самолетах будешь сразу? Да, самолет это, пожалуй, кстати, им сделали яркий. Такой офигенный звук. Вообще, им изменили дизайн и сделали очень крутой звук. Да. Мне очень понравилось. У меня, кстати, есть самолеты, просто они сейчас не поставлены у меня в списке. Может, кстати, и нужно было это сделать. То ли вместо ковбоя, то ли не знаю, что. Мне самолеты нравятся, я помню, что они у меня были. Ладно, может, в следующий раз. Какая сейчас там последняя стадия самолетов? Черные? Истребители серые. Серые. Угу. Черные это предпоследние. Так, может, мы тебе радиус... Жахнем, да, давай немножечко. Знаешь, я тебе советую использовать командира кролика, потому что он красивее. Он у тебя есть. У меня этот ирландский командир, по-моему, сейчас. Тун-ту-ту-тун. Ладно, мы пока справляемся. Я хочу посмотреть, что я хочу поставить следующее. У меня есть это свармер, что ли? Ну-ка. Да, свармер. У меня есть гроб. Давай еще, наверное, реально с Вормера поставлю. И агрессивные пчелы ему качну. Будем немножечко задерживать людей. Я же понимаю, это эффект задержки, да? Да. Нет, это не эффект задержки, это... Нет, пчелы просто, типа, едят. Так, хорошо. Быстрые зомби. Нам, погоди, у меня снайпер на каком уровне получает то, что он видит невидимых? На втором. То есть сразу же на втором уровне, по-моему? У него очков каких-то нету, погоди. Ну, я имею в виду второй уровень, не первый. Ну-ка. Снайпер... Вот, у меня теперь... Да, вот появилось, угу, что он теперь видит невидимых. Хорошо, суперски. А я тебе говорил. О, бомбы появились.
Я просто лед. Ты вообще отмороженный или где? Да, я просто отмороженный. Так. Так. Что там по фермам? Че, командира ставим, не ставим? Да не. Ладно, пока не буду. Вообще добавили много приятных звуковых эффектов, как мне кажется, потому что этого раньше не было. Тебе можно стоит... поставить вот этого парнишку, типа он деньги мне будет зарабатывать. Вроде я, наверное, так. его поставлю. Ковбой. Знаешь, насчет очень крутых звуков, которые добавили, тебе стоит послушать отвратительный звук фризера на 4-м левеле. Он прям реально отвратительный, ультрагромкий, и надоедает. Так, ладно, значит, наверное, не будем ставить фризера, мне кажется, нет? У тебя есть фризер? Нет, у меня нету. Я хочу пулеметчика. Попробую накопить. Сейчас мы этого босса, я думаю, первого раскатаем без проблем. На изище. У меня скоро фермы будут зарабатывать по 1000 денег. Так, надо посмотреть, где у нас вторая линия обороны. Если они вдруг пройдут здесь, то куда мне ставить дальше чуваков? 1750, нормально, пулеметчик уже можно будет сейчас поставить. И потом, наверное, можно будет поставить на вот эту центральную часть, там, где у нас стоит большинство народу, можно будет поставить командира. Ну вот, два босса. Я поставлю командира вот здесь. А, ты поставишь? Да, я поставлю. Хорошо, давай тогда я ставлю пулеметчика сейчас. Ставь возле свармера. Вот здесь у него будет прям... Погоди, может здесь тогда? Да, вот так, у него будет отличный радиус. И сразу улучшим ты его. Ты слышал этот звук, как только ты его поставил? Да. Прикольный. Черт, у меня не хватает для того, чтобы его заапгрейдить на невидимость. Не бойся, машинки задают всех невидимых. Слушай, невидимые стали довольно-таки крутыми. Они круто выглядят. Стреляй! Они, там, есть! Невидимые. Как раз на снайпера один выстрел оставался. Так. Я, кстати, же получил новый скин на командира. Викторианский. Вот это разлет! Апгрейд на 650, апгрейд на 5500. Да! Неплохо. Так, больше невидимых, но у меня невидимки-то уже прокачаны на обоих юнитах. А, на ковбой еще не прокачаны. Так, 1250, да, наверное, я ему сейчас кину. Лишний не будет, лишний чуть-чуть дэмэджа тоже будет не лишний. Так, видит этих? Я, пожалуй, накоплю на тонк апгрейд на моей машинке. Снайпера еще чуть-чуть рейнджа надо подкинуть. Почему бы и нет? Ну блин, каких-то этих не хватает. Прикинь, 50 монеток. Давайте, стреляйте, гасите их. Всего лишь каких-то 2000 не хватает на то, чтобы сделать машинки танками. Есть, у снайпера теперь хватает рейнджа сюда, вот это мне нормально. Последний уровень он 4000, не Опа. Так дорого, ну посмотрим. Теперь у меня будут не машинки, а танки. Хе, нормально. Всего лишь. Может самолетик заапгрейдить? Давай, было бы неплохо. Да, сейчас накоплю. Ну какой там реалистичный. Так, нужен еще один пулеметчик, сейчас поставлю. Этого уже становится маловато. Смотри. Давайте, давайте, 2000 уже совсем недалеко.
Так, и 650. Давайте, давайте, скорее. Вот, теперь черный. О, пошли молтоны. Нормально, но надо больше. Нормально, но надо больше. Я, пожалуй, заапгрейджу командира. Да, да, это хорошая идея. Тебе что нужно? 4250 нужно. Это дорого, чувак. На что? На ковбоя. Ну, у ковбоя появится еще один пистолет. Да, да, кстати, это вариант. Сейчас я пока все пулеметчиками утыкаю, просто чтобы создать масс дэмэдж, а потом посмотрим. Ой, медленный босс. Ну, нормально, у нас три пулеметчика есть. Сейчас мы его почикаем. Нормально, нормально, у него хорошо уходят жизни. Так, я думаю, кого бы сейчас... Я думаю, что я не буду сейчас кого-то нового ставить, можно будет проапгрейдить то, что у меня есть. Например, того же Свармера. 300, 500, 1200... Совсем немножко, не хватает до максимального апгрейда командира. Давайте медленного босса гасите быстрее. Он же медленный, гасите быстрее. Ой. Ой, как хорошо то, что я танк поставил. Да-да-да, согласен, танк сейчас вытащил. У меня его снайпер не успел бы, наверное, дострелить, поэтому да. Я, пожалуй, поставлю рейнджера возле снайпера. Давай. Опа. Оп. И у меня же, кстати, есть еще скин на рейнджера. Ну, еще немножко, 650. Все, я, короче, поставил более-менее нормальное количество, теперь их нужно прокачать. Что говоришь? На максималку свармера прокачай. Почти что, мне не чуть-чуть на него осталось. Ну давайте. Все, свармер на максималке. Эти ребята вообще лопаются сейчас на изичке. Так, что у нас там пока в бой? 4250. Ой, два медленных босса. Снупер 4000. Так, наверное, ковбой сейчас можно будет точно. О, смотри, какой истребитель. Ох ты, да, самолет стал реально крутый. Сейчас я, пожалуй, не советую. 7500! Это что за цифры такие? Нормально. Что там, 7500 было? Ну да, нормально. Сейчас мы как раз его и добьем. Все, ковбой на максималке, свармер на максималке.
Быстрый босс, что-то очень быстрый. Советую сейчас не скипать, в принципе. Именно сейчас. Чего советуешь? Именно сейчас уже не скипать. А то плохо будет. Хорошо. Давай не будем скипать, не говорю. Так, вот этого пулемета сейчас. И следующий 9, это будет лазерган. Ну да. А, чувак, да, вот так вот заряжай. Я уже начинаю верить, что мы победим. Я думаю, что мы точно победим. С таким притоком денег сейчас у меня будет 9000, я этого прокачаю на лазергану. Все нормально, сейчас следующий буду качать, и тогда у нас прилив дэмэджа будет вообще хороший. Так, 5500, нормально, нормально. Сейчас мы все качнем немножечко, и все будет пучка. Я, пожалуй, сделаю звук нашей башни потише. Да, как вариант. Чтобы все нормально было слышно. Сейчас, погоди, я думаю, что можно с этим сделать звук, в принципе, в игре потише, да. Вот так вот. Правда, прошло уже больше, чем полсерии, но ладно. Кто дожил до этой минуты, я думаю, те выживут и дальше. Так, давай-ка вот эту штуку кинем. Смотри, какой красивый рейнджер на максималке. Так, сейчас я пытаюсь миниганщиков прокачивать, чтобы они по дабл дэмэдж не носили. Блин. Так, хидден боссы, в принципе, нормально сливаются. Вот с этими чуваками немножко проблема. В них нужно больше вливать. Пять пятьсот, давай вот этого чувака качнем. Я, пожалуй, накоплю на апгрейд танков. Да, хорошо, давай. Чтобы были футуристичными. Опа. Оу, у нас уже с деньгами неплохо. Давай вот этого на 9. Ёлки, они проходят. Не пройдут. Или пройдут. А, не, фу. Я перестрахуюсь. Поставлю там еще одного миниганщика. Хорошая идея. Перестраховаться. Да, давай, лопни уже, вот так. Блин. Нормально. Так, я заапгрейдил танк до футуристичного. Ага, у меня сейчас будет 9000. Я вот этих чуваков буду еще дальше качать, потому что прям нужно. Сюда нужно больше урона. А это последний чувак? Мистери Саммонер или нет? Нет. Так, давай мы тебя еще подкинем на девяточку. Не, ну он в принципе нормально слился. На Ивечке. О, смотри, танк какой. Зырь. Ну-ка, где? Ох ты ж, ёпарасот! Вот это швабра едет. Круто. Почему у твоего самолета колеса... шасси не сложены, то есть почему? Не знаю, но он слишком низко. Так, лазердром, поехали. Тебя тоже на девяточку качнем, вот так. Давай-ка я... еще одного. Оп, оп. Не, ну так, в общем-то, нормально. С пулеметчиками урона хватает. Сейчас мы еще немножечко подкачнем. Сейчас этого тоже на девяточку выведем. Нормально будет. Так, свормер, давай. Опа. Тут 40 волн.
Блин, вот этот Молтон чувак, конечно. Черт! Ну, в принципе, ладно, он лопнул. В общем-то, если ты подставишь два командира рядом, то если ты используешь одного командира, то этот босс используется на другом командире, потом другой командир делает босс сильнее. Ну да, да. Удобно так? А? Удобно. Ага. Так, снайпер-профессионал теперь у нас достает вообще до конца земли. Molten Titans. А-а-а, нате вам! Так, командиры, говорите? Какой музон? Блин, оно там что-то ногой топает. Это 40-я волна, это последняя, да? Да. Ну, мы их затаскиваем. Мы их затаскиваем. Вообще на изи. Ну, 70 тысяч хп, я не знаю, насколько это изич, но, в принципе, нормально. Да. Так, я пошел ставить еще миниганчиков. Блин, топает. Да, я же говорю, он это, ноготоп такой. Мы еще даже половину ему не сняли, чувак, срочно нужно еще ставить. Вот этот черт очень живучий. Ой-ой-ой. Блин, он их спавнит, что ли? Че, не стреляем? Не нравится мне это что-то. Продолжаем вливать урон. Давай, 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 давай. 100 тысяч осталось. Сколько там? 10? Нет, 100 тысяч. Нормально, нормально. Справляемся, вытаскиваем. Видишь, он не в тех кидается. Нормально. Блин, медленно. Надо еще. Стреляйте, блин, идите нафиг! Да блин! Они не в него стреляют! А-а-а. Блин, танки, быстрее, быстрее! Танки, танки! Выйди! Танки! Где вы? 2000! Нет! Это было так близко! А, им спасибо! И он выехал, спасибо, да. Спасибо вообще. А если бы я продал две этих машинки, то я бы смог быстро сделать танк. Блин, я что-то даже не подумал про то, чтобы продать. Это такой эпичный проигрыш сейчас был. Нет, знаешь, на самом деле и обидно, и не обидно одновременно, потому что, ну, блин, все равно красиво, хорошо отыграли, очень-очень классно. Немножко не рассчитали с тем, что он пройдет, и с тем, что он выйдет за рейндж. Ну, ладно, такое бывает. Все, ребятушки, на этом сегодня все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. И всем покеда.